В Апатитах с 4 июня отключат отопление. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Николай Бова. И сразу по завершению отопительного сезона специалисты Апатитэнерго приступят к испытанию тепловых сетей. Отключение горячей воды в домах горожан будет поэтапным. Жители каких районов первыми столкнутся с этой малоприятной, но необходимой процедурой, узнала Евгения Туинова. Оценивать состояние городских теплосетей будут в три этапа. Первый пройдет с 7 по 9 июня на улицах Северная, Ленина, Воинов-Интернационалистов и Сидоренко. Далее с 9 по 11 число горячей воды не будет в домах, расположенных в центральной части города. А с 13 по 15 июня с отсутствием коммунального ресурса столкнутся старые Апатиты, жители домов на площади Геологов, улицах Козлова и Зиновьева. Мы разместим и на нашем ресурсе ВКонтакте, и администрация график проведения испытаний, то есть там будет по адресной перечень домов, которые будут отключаться со сроками. Вот. То есть, ну, не стоит прям сильно уповать на то, что вот испытания по такой-то части закончились, и у граждан сразу появится горячая вода. К сожалению, нет. Возможно, могут быть и, скажем так, некие задержки до устранения тех или иных повреждений. Хотя, тем не менее, мы будем стараться обыгрывать альтернативными схемами и стараться подать горячую воду так или иначе, помимо повреждений. Да, возможно, в таких случаях будет некое снижение качества воды, но мы это ведем постоянно на контроле. Помимо испытаний на теплосетях, Апатитэнерго приступила и к замене трубопровода на улице Дзержинского. Капитальный ремонт идет в рамках проекта благоустройства территории. Все работы, в том числе земляные, должны быть завершены к началу нового отопительного сезона. Планируется уже с завтрашнего дня, с 4-го, отключение также ряда домов. Ну, помимо того, что будет отключено отопление, будет отключено горячее водоснабжение. Сроки все, в принципе, будут доведены до управляющей компании. Уже мои диспетчеры передают информацию. Подробную информацию об этапах отключения горячей воды можно найти на сайте администрации города и на страничке Апатитэнерго в социальной сети ВКонтакте. В Кировске, согласно постановлению главы администрации города Юрия Кузина, отопительный сезон тоже завершается завтра, 4 июня. А уже с сегодняшнего дня подача тепла прекращена в дома жителей поселков Кашва и Титан. С графиком отключения горячей воды и проведением испытаний на тепловых сетях познакомим в следующих выпусках новостей.